Всем привет, с вами снова Зак. И, как я обещал, сегодня мы поиграем в ту, наверное, как вы уже догадались, инди-игру. И эта игра и оказалась Project Zomboid. По мне так, это достаточно многообещающая инди-игра. Пока что в игре есть два варианта. Это играть уже заготовленную историю разработчиками. Ну, честно, она дико скучная. Это скорее туториал даже. И сандбокс-мод, в который мы, скорее всего, и поиграем. Потому что он немного поинтересней. И позволяет выживать, скажем так. У нас есть редактор персонажей. Его, можно так сказать, профессия, которая дает нам какой-нибудь плюс. Например, парк рейнджер нам дает то, что нам легче ориентироваться, и мы не так зависим от плохих погодных условий. Строителю он быстрее баррикадируется, и меньше вероятность то, чтобы быть поцарапанным. По мне, это самый оптимальный вариант, потому что если будете сталкиваться с зомби, а вы с ними будете сталкиваться, это достаточно хороший вариант. Здесь у нас есть список разнообразных, опять же, способностей, хороших и плохих. Соответственно, чтобы взять хорошую, нужно взять несколько плохих. Вполне, по-моему, логично. Пожалуй, я... Нужно взять, я думаю, стронг, потому что это повышает переносимый вес. Это... Очень хорошо. Теперь мне нужно взять 6 очков отсюда. И это порой печально. Так, ну, легче буду напиваться и поплевать. Так. Нет. Нет. Да, пожалуй, быстро разозлиться, мне кажется, будет оптимально. С людьми садиться. Но здесь особо не общаешься. Ну что ж, поехали. Да, сразу скажу, не думай, что здесь все зависло. Загрузки здесь реально очень долгие. Особенно после сохранений. Так, и вот мы заспаунились. И знаете, что я вам скажу? Нам невероятно повезло, что мы появились сразу в семиэтажном доме. И, в принципе, мы отсюда можем очень долго не уходить. Так, ванная, таблеточки. Нам сразу же везет количеством таблеток, то есть... Все шикарно. Берем журнал, книгу, зажигалку. Это. Ну, пожалуй, ручки тоже. Я думаю, лишними они не будут. Нет, нет, нет. Так, батарейку возьмем и так вот. Вместо тарелочку возьмем. А, ну, еду, конечно же, всю заберем. Если честно, я сейчас немного обосрался. Ох, музыка, как ты вовремя. Нет, пойдемте сначала вниз, я думаю, вычистим первый этаж. Так, надеюсь, здесь никого не будет, потому что уже ничего нет. Это крайне печально. Там будут блокаторы, таблеточки, снотворные. Все, арту. О, вот и наш свет. Достаточно опасно, потому что там, скорее всего, есть зомби. Потому что на улице мы их уже видели, а на первом этаже им уж вообще никаких проблем нет забраться, потому что выбить окно и все. И они тут. Но пока что никого нету. Ах, мы проголодались. Да, мы прогадали. Проголодались. Ну, не беда, это мы еще поголодаем. Уж с голоду мы не умрем, потому что еда у нас есть. Вот это нам повезло, топор. Знаете, я не понимаю, в этой игре очень много абсурда. Кто хранит под раковиной топор? Честно, не знаю, я не встречал таких людей. Я думаю, вы тоже не встречали. Да, я думаю, и не встретите. Потому что хранить
здесь рядом должен быть... О, нет, 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 нет. Должен быть этот... Опа-опа-опа. Отлично. Вот он, магазин. Деревянный. В общем, строительный магазин. Нам отсюда надо забрать ножовочку в идеале и молоток. Причем я возьму еще, наверное, несколько гвоздей. Ах. Да, как я и говорил, игра написана Яви, поэтому очень здесь много багов, возьму еще молоточек. То есть здесь порой бывает трудно выжить не из-за того, что еда закончилась, а то, что ты ее не можешь пожарить даже банально. У тебя просто не работают печки. А это очень печально. Пойдем сразу, поднимемся на второй этаж, может там еще что-нибудь есть хорошее. Так. На самом деле батарейки, я даже не знаю, собирать их или нет, потому что я фонариком вообще никогда не пользовался. То есть ночью ты обычно сидишь дома, а не шляешься по другим местам. Кстати, что я сейчас и нарушаю, потому что сейчас уже 6 вечера. И вообще в этом летсплее я поставил перед собой цель. Черт, прожить, наверное, месяц в этом мире, ну, естественно, игровой месяц, но то есть сейчас вот 23.02, соответственно, 23.03, моя цель. Печально. Так, здесь еще и склад, в принципе, мы можем сходить к нему, в него, или заночевать в этом доме. Я думаю, конечно, лучше здесь заночевать, потому что главное правило этой игры — не ходить ночью по улице, потому что ночью количество зомби, естественно, возрастает. Я думаю, это вполне очевидно, это как в любом фильме про зомби. Ночью много, днем никого нет. Может быть, как Я Легенде, например. Когда он днем мог свободно перемещаться, а ночью приходилось спрятаться. Да, я хочу поспать. Ох, 3 утра. Нам придется, наверное, еще немного подождать, потому что 3 утра — это очень рано, чтобы выходить. И немного не вариант. То есть здесь оптимально выйти где-нибудь часиков в 9. Да, вот в 9-10, когда на улице уже достаточно светло. Так вот. И сейчас мы отправимся вот на этот склад. Нет, кто-то есть. Минус. И... Да, самое главное, когда вы заходите в дом, постарайтесь сделать так, чтобы зомби вас не видели, когда вы заходите. Иначе можете попрощаться со своим местом жительства. Что в очень скором времени их там будет очень много, и они очень быстро просто выломают все двери. Ладно, давайте поедим. На самом деле, скажу честно, эта игра очень быстро доедает именно в плане выживания, потому что все сводится к тому, что ты жрешь снотворное и спишь, чтобы поменьше есть. Потому что чем меньше... Ах, я перегружен уже. Ну ладно, сейчас равно вынесем и выброшу что-нибудь. Вообще, в идеале мне нужно отсюда доски перетащить в семиэтажку, например. Потому что это будет самым оптимальным вариантом там жить. Ибо на седьмом этаже тебя никто вообще не видит. Так, я испуган, но я зомби не вижу. Что-то странно все. Ладно. Так, еще попов, еще зажигалку, кофе, бобы. Бобы, тунец. Бобы. Так, и в принципе сейчас эту сторону сваливаем. Да, я думаю, мы отсюда уйдем, потому что больше нам здесь делать нечего. Теперь надо это все донести, желательно до дома, что умереть в первой серии — это не очень, когда ты перегружен, идти тоже не то, что хочется. Вы тоже давайте. Прощаюсь с этим.
что я прожил, наверное, месяца два. И потом просто решил из окна, используя веревку, спуститься. И случайно выпал в итоге. И, честно, я очень сильно расстроился. Мне очень сильно подогрело анус. Это было печально. Но я думаю, это больше не повторится, то, что я нахожусь с вашей моральной поддержкой. Ну, в общем, на самом деле игра очень много обещает. То есть, в отличие от ночи, все в Майнкрафте здесь видно, виден, точнее, какой-то прогресс. Хотя прогресс очень медленный и очень такой скудный, но все же. Сейчас сюда хотя бы ввели эти сохранения. Еще некоторое время назад ты все, выходил из игры и прощай персонаж. Теперь же все более-менее хорошо. Можно сохраняться. Но старый излюбленный баг всей команды разработчиков — это неработающие печки. Как я уже сказал, это очень обидно, когда еда есть, а ты ее просто не можешь пожарить, ты жрешь сырую. Зато расстраиваешься, заболеваешь и так далее. В итоге у тебя еда очень быстро заканчивается, ты идешь за новой едой в соседние дома, там тебя застигает орда, и ты труп. Это, пожалуй, наверное, самый стандартный сценарий здесь. Сколько вот ничего не возьму. Помню, я жил здесь в ресторане, и мне нужна была сковородка. Так вот, я облазил весь ресторан, все прилежащие дома, я этой сковородки не нашел. Так вот, мы получили новый уровень. Теперь, если мы поспим, мы сможем распределить таланты. Вот, наша полосочка, скажем так, бафов и дебафов. Как видите, вот экзосты, то есть я просто дико устал, я чуть-чуть голоден, я немножечко хочу пить, и я несу очень так, тяжелый достаточно груз. И, в принципе, мы его сейчас здесь же выложим. Только вот добрать этот дом. Хотя я даже не буду его добирать, я, наверное, просто сейчас сюда и скину это все. О, стекла выламывают, судя по всему, на первом этаже. Потому что звук слишком отчетливый был. И так. Так, каких-то таблеток не хватает. Каких-то не хватает. А, антидепрессантов, точно. Так, ладно. Самое главное, просто не упасть сонным, потому что я не хочу этого. Так, сейчас вот так вот заберем это все. Сюда мы выложим уже... Нет, положим книгу. Журналы. Ноутбук. Что еще? Фонарики, но в принципе они нафиг не нужны, потому что я сейчас нахожусь на седьмом этаже, я могу просто включить свет, и всем зомби будет, в принципе, на меня плевать, потому что они банально сюда не заберутся. Нет, они, конечно, наверное, могут забраться, я не проверял, но мне кажется, это очень маловероятно. Опять же, этот баг, то что вот эта кнопочка порой не срабатывает автоматического скидывания. Хотя я очень благодарен разработчикам, потому что они хотя бы ее ввели. Потому что перетаскивать по одной штучке это было крайне печально. И это занимало очень много времени, вот уж поверьте мне просто на слово. Что вам бы это очень быстро надоело так скидывать. Так, и еще сейчас сюда кинем что-нибудь, вон, ну, тарелки, я думаю. Так вот, да. Так, надо сразу в холодильник, кстати, скинуть еду, которая быстро портится, тут такая вот синенькая. Это вот показывает как раз ее состояние, то есть синенькая, это она, значит, охлажденная еще в нормальном состоянии. Если она будет такая красненькая, то значит она, скорее всего, пожаренная. Просто на заметку тем, кто будет готовить. Ах, яблоко. И тоже сюда. Ах, вот это вот, да, раздражает сильно. Так. Скидывайся сюда. Морковь. Скидывайся. И ты тоже. Так, мясо.
просто положись на место, чертова брокколи. Ненавижу это все. Так, по-моему, у меня больше не осталось такой. А вот еще пирог. Ай, пирог съем, пожалуй. Еще хуй, главное, леденец. Еще, еще. Во, теперь мы сыты. Еще попить надо. Водички. Отлично. Так, здесь. Ну, раз здесь лежит салфетка, то я думаю, положу все постоянно салфетками. Точнее, все, что нужно для всяких там молотовых и прочей фигни. Здесь вот лайтер. Это виски. Это сигареты, это спички, это пустая бутылка. Там, сюда фонарик с этой фигней. Сюда бросим, пожалуй, еще остальную еду. Чипсы себе оставлю, они еще пригодятся. На самом деле люди очень сильно недооценивают чипсы, там, напитки в банках. Но это на самом деле вин, потому что они просто шикарно восстанавливают здоровье. То есть им можно очень хорошо наедаться и жить несколько дней вообще без всяких проблем. Так, у меня, по-моему, место... А, нет, еще осталось место. Сюда полотенце, гвозди, батарейки, антидепрессанты нашел. Рамен. Это сюда, сковородку сюда. Так, что у нас еще осталось? Мне из этого еще не нужно. Сейчас, что еще? Вот бутылку воды пустую скину. Она мне не нужна вообще никак. Так, сюда я еще скину. Блин, а мне ничего скину. А, вспомнил, у меня же еще остался этот ящичек. Здесь буду хранить не только медикаменты, получается. Да ладно. Кинем сюда молотки. Я один молоток. Один молоток, пожалуй, оставлю. Так вот. Мало ли что случится. Биту уберу. Напитки уберу. Ножовку уберу. Это уберу. Уберу. Ножовку уберу. Уберу. Так, фонарик. Ну, ладно, пусть остается. Что ж, по-моему, самое время поспать. 2 часа ночи, иначе мы проснемся где-то в районе 10. Ну да, хаулинг, раз мы только сюда можем вложить. Это вот у нас полезные таланты. То есть там холодное оружие, колющее, режущее, бьющее, молотящее и так далее. Крафт, готовка, бег, махание, восстановление и все прочее. Ох, что-то я немного переоценил время. Мы проснулись аж в 2 часа. И это фейл, я оказался там на последнем этаже. Ну ладно, сейчас, значит, с последнего этажа тоже вынесу все и буду жить на своем вот этом. Так, что здесь? Так. Больше нам, в принципе, не нужно. На самом деле, я вообще не понимаю, зачем брать газеты и все остальное, потому что... В принципе, это скука, вот, Бор. Ему дает только несчастье, а несчастье — это, в принципе, не такая мощная штука. Там просто сожрал антидепрессантов, и, в принципе, нормально уже. Ничего особого. Так, и спустимся сейчас вниз. Сложим все и отправимся куда-нибудь. Или не отправимся. Что-то в 3 часа дня уже, наверное, как-то глупо выходить. Посмотрим сейчас. Так, надо поесть еще. Так вот. Пойдемте сейчас скинем куру сюда. Где она? Вон, куру. Ну, в принципе, это все пойду, понесу с собой. В принципе, не особо тяжело. Так, сейчас главное спуститься вниз нормально. Разбили. Я не знаю, кто его разбил, зомби или люди. Но сейчас надеюсь, что его разбили зомби. А нет, разбили зомби. Ладно. Так. Пойдемте вот сюда, по-моему, там, да, это магазин. Надеюсь, мы найдем еще больше еды.
зомби. Ну, забери колу. Жаль. Сразу скажу, что в этой игре просто богатейшая система крафта. Точнее, даже не крафта, а именно приготовление еды, то есть рецептов дофигища. Но, в принципе, ими лично я редко пользуюсь, то есть я не вижу особого смысла красть там особо вкусный суп, который сделает просто чуть-чуть побольше хп, чем... Точнее, снуть чуть больше голода, чем ты на него потратишь ресурсов, в принципе. То есть, ну, это бессмысленно тратить больше, чем он тебе дает. То есть... Ну, сейчас, ага, больше еды, я хочу еще арбузиков. Чая нет. Еще раньше здесь был мародер или охранник магазина, не знаю, но он ставил здесь ружьем и отстреливал всех неугодных. И это очень больно, я вам скажу, когда в тебя стреляют из дробовика. Так, и это. И еще чипсы. Чипсы. Виски. Арбуз. И все. Сваливаем отсюда. Так. Пойдем сюда, я думаю. Ох, здесь, по-моему, ад какой-то был. Ну, нас тут не волнует, хозяина нет, это уже хорошо. То, что он не выходит на меня, махая руками, в надежде загрызть меня. Так, здесь ничего. Ничего. Хотя нет, биту еще одну возьму. Потому что она достаточно быстро ломается, и я опять перегружен. Так, ладно. Сейчас забираю все отсюда. И все, и сваливаем. Потому что уже я опять не уследил за вечером. Что-то мне подскажет, что меня сейчас встретит приятная компания особо интересных личностей. А мне этого совершенно не хочется. Совсем не хочется, если честно. Что-то я хочу нормально зайти. Да нет, знаете, всего один. Мой музыка. Ну, идите сюда уже. Идите сюда. Если вам понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, то скажите почему, скажите свое.